Полное описание и точки выхода нового четырехсерийного сериала «Мечта на троих». Премьера сериала состоится 1 марта на домашнем. На протяжении 2 лет Вера жила мечтой стать мамой. Это желание стало стимулом в борьбе с тяжелой болезнью. Несмотря на то, что врачи не делали никаких либо прогнозов, женщина не опускала руки. Однако суровый недуг оказался непреодолимой преградой в семейной жизни. Супруг героини Дмитрий не выдержал и ушел из дома. Теперь он вновь счастлив в браке с Екатериной. Чита растит дочку Аню, которой уже 1,5 года. И Вера дождалась радостных известий. Очередное обследование показывает ремиссию. Это значит, можно начать планировать будущее, которое входит и возможная беременность. Неожиданно выясняется, что из лаборатории исчезли биоматериалы героини. Женщина подозревает, что Дмитрий мог использовать их для продолжения рода. Подружившись с Катей, Вера выясняет, что интуиция не подвела ее, и она мама маленькой Ани. Премьера сериала состоится 1 марта на домашнем. Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.